Вот такой вот измеритель радиоволн. И хотим продемонстрировать родителям, каким образом вы учитываете своих детей. Допустимая норма 004. Теперь я подхожу к сотовому телефону. Она просто лежит. Да? Вот. Пожалуйста. Красная горит. 1919,68, да? Микротесла. Теперь я отключаю. Отключаю. Все равно. Видите? Есть наушники? Они включенные наушники, да? Bluetooth, да, включены? Нет, давай, включи. Мы тебя будем сейчас измерять. Клама так, колна сотка ставь. Пожалуйста, как ты себя облучаешь. Позвонили к ней, мамочка, да? Ага. Здесь тимус. Здесь находится железа, которая вырабатывает иммунную систему. Вы его облучаете. 17 000. Максимально показывает 18,64 микротесла облучения. А должно быть 0,04. Вот, пожалуйста, у нее наушники, у нее сотовый телефон. Еще, скажем, у нее будет Bluetooth часы. Держи. Bluetooth часы. Звонишь? Можешь отключить. Посмотрим, отключено видео. Вот так вы обучаете своих детей и самих себя. Да. Уважаемые мамочки, прекращайте давать сотовый телефон детям. Потом будете искать причину, почему ребенок болеет и так далее. Причина в вас. Просто прекращайте давать сотовые телефоны, покупать наушники, покупать смарт-часы. Понятно, да? Занимайте детей другими методами. Сами тоже за телефон только по необходимости сам сдать.